Короче, а, подожди, стой, тут зажимать не надо. Бля, ну все. Ну, если, ну, когда у тебя баллы будут. Он, бля, ну это что за упражнение? Почему она иногда быстро, иногда медленно, вот смотри. Тут какое-то ускорение искусственное будет включено, не? Ага. Как будто какое-то ускорение. То смотри, я медленно веду, оно медленно ведется. Я резко дергаю, оно прям, ну, то есть тоже расстояние прохожу, но реже. Вообще я понял. Сейчас, подожди, мне нужно... У меня крошки тут какие. Я еще чая не налил, подожди. Подожди. Нет, нет, да я не крошки. Да блин, я ж не могу вылизывать все. Говорю, что, о, нифига секунды. Я просто говорю, нравится мне или нет. Тихо. Че, блядь? Не, ну это... Бля, ну... А почему... Блин, ну... Я не понимаю, как она работает. Подожди, если я... поворачиваю, мне нужно... Блядь, мне нужно в левую сторону, а не в правую. Это я случайно как-то у меня получилось. Блядь, мне целый час в это играть. Ё-моё. А кто-то играл вообще в эту игру больше часа за сессию одну? Это пиздец, подожди. Нет, это кошмар. Это лучше, чем головоломки вот эти, которые ты хотел поначалу. То есть я рад. Блядь. Ну сейчас нужно в управлении разобрать. Бля, это ужас какой-то, тихо. Нет, не, ну это, ладно, ну хотя бы тут далеко улететь нельзя. Это начало, пока похуй. Тут вообще, даже если я упаду сейчас куда-то, похуй. Видал, видал, спидран происходит. Блять. У меня такое ощущение, что у меня, блядь, ковра не хватает для этой игры. Хорошо, что я голос выключил, потому что я помню, что этот тип... комментирует хуйню всякую, чтобы еще сильнее горело у тебя. Тихо. Тихо. Бля, тут, короче, как-то можно этим молоточком под себя бить и вверх лететь, но... Типа вот так, блин. Ладно. Короче, лучше аккуратно. Ну похуй, это начало вообще насрать, типа я почти никуда не дошел. Живем. Почему он не может вот так вот топор сделать? Почему он его вот, вот так вот дергает как-то? Сука. Че? Так в смысле, ты заказываешь специальную игру, которую я гореть буду и удивлять, что я горю? Ты че? Если бы ты заказал там, я не знаю, симулятор... котика какого-нибудь. Я бы не нашел, что там говорит. Не-не, это я Dark Souls сам врубил. Да-да-да. Нет, нет, нет. Я ж могу, да, вот так сейчас сделать. Ай-яй-яй. Стой, 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 стой. Но вот тут точно нужно как-то подпрыгнуть, оттолкнуть себя вверх. Ну не, ну это же... Нет, блядь, это оно специально, это какой-то скрытый, блядь, я не знаю. Это специально сделано так, чтобы ты себя вот так вот выдергивал. Специально же настроено, блядь, я клянусь. Бля, ну хотя бы игра не лагает, кстати. Хотя я не знаю, что тут гигабайт весит. Я после стрима Папича скачал растение против зомби. Игра весит, блядь, 80 мегабайт, если что. Охуеть. Ну, это кошмар какой-то. Да ладно, нормально. Всего лишь час нужно будет поиграть. Но, возможно...
Когда мне будет ни во что играть, я буду в него возвращаться, чтобы точно это пройти. Нормально, запись идет. Ты думаешь, я не пройду? Короче, я объясню, докуда я доходил в этой игре, да? Года три назад. Место, короче, где какая-то скала, вот такая вот. И там внутри или какие-то камушки, или какие-то столбики маленькие. Нужно вот по ним идти. И я вот до туда доходил. То есть, ну, это прям... Это близко очень сюда. Очень недалеко. А как мне этот дом ебаный пройти? Может быть, мне отсюда нужно как-то разогнаться? Типа вот так вот. Оп. Алло, вопрос какие вообще? Блять, я до сих пор не могу понять. Мне нужно влево-направо, вправо-налево. Ну, сука, ну не надо. Бля, мне реально не хватает ковра. Может, мне сенсу надо больше поставить, а ну? Тихо, тихо. Ну хорошо, хоть не за дом. Ебать. Гидран. Ай-яй. Я тебе говорю, это какой-то... Сейчас, подожди, блин. Не, я вообще, ты чё? Всё, я понял игру. Нет, стой. 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 Я не вижу причин думать то, что ты один, ведь за тобой цветы защитят твои мозги. Охуеть. Голодные зомби, они стали только злей, но за тобой цветы, они знают... Ну ты видишь, я пытаюсь захватить, а он... Он отбивается от них. Готовы к бою, стоим мы в строе, ведь мы держим свое слово. Зомби-звери... Я застрял? Но мы сильнее. Блять, я не застрял. Нам солнце светит, значит мы близки к победе. Я не вижу причин думать то, что ты один. Ведь за тобой цветы защитят твои мозги. А голодные зомби они стали только злей. Это каст за баллы канала. Они знают, что им нужен ты. Так, вот мне нужно типа... Во-во, это, кстати, вот плюс-минус это место, где я был. А как тут, что, подожди, а как тут подняться? А нет, стой. Как будто бы я думал, тут должно быть вот это вот, фонари мои. Я вообще этого места даже не помню. Они знают, что ты нужен нам. Ой. Горшочек жёлтый, воды немного, и лучик солнца. Я помню, что спидрану этой игры минуты две вроде же. А солнце светит, как прежде светит. Ты должен... Нет. Я не хотел этого делать, стой. По-любому, надо, да, конечно. На паузу поставлю. Мозги! Еще чуть-чуть и будут на крыльце враги. А как я туда залез, подожди? Да, ну на ё-моё. Вот тут я был. Там сейчас будет вот эта вот тема. Бля, так он скользит, ё-моё. Я конченый, вообще. Бля, я реально, я первый раз использую весь свое место для ковра. Что вообще возможно? Я не знаю, но там до 6 минут. Можно заказать музыку. Не больше 6.
І заказую только сапе музыку, потому что я хочу на YouTube положить. Мне придется вырезать вот это вот. Ука. Сегодня прекрасный день. Солнышко светит, птички поют. Это жесть какая-то, почему так тяжело? Еще группа этот. О, это Undertale Song. Да, можешь в Undertale поиграть, или она сложная очень? Коли переступишь ты черту, будешь ты гореть в аду. Короче, я хочу, чтобы он, условно, вот у меня есть этот молоток. Я хочу, чтобы он вот так вот бэмс и зацепился, а он вот так вот делает. Вот так вот он делает. Ну, типа, почему так? Сгорю. Это как Souls-like, только для детей. Он сказал умирать 100 раз и возрождаться, походу, да, это Dark Souls для детей. Ну, не для детей, где я имею в виду... Короче, без любви. Я не это надо. Из любви, из любви, из любви. Че я, блядь, делаю вообще? А. Из любви, из любви, из любви. Вот, вот, до вот этого я доходил место, и там вот падал налево куда-то. Это последний раз, когда я зашел и иди ты нахуй сказал. Вот и снова все. Вот и все. Да ты рофлишь, что ли, но. Блять, она специально так игра. Эта игра не просто по рофлу сделана, она специально сделана так, чтобы ты въебывал вот в этих моментах. Клянусь. Нет. Милосердие долой, мы будем драться. Нападай, попробуй до меня добраться. И просить пощады даже не пытайся. Мой брат ее от тебя не дождался. Ты всех моих друзей поделила на ноль. Я здесь там разделила, ты их боль. Я их пощада, я их отомщение, я их воплощение. Что я, блядь, я не знаю, я хочу поднять топор наверх, он понимает. Но мне нужно вот сюда встать, вот сюда. Котлом, как будто бы, и потом вверх. Почему я скатился? Я случайно на мышке тыкнул кнопку DPI, блять, возможно, DPI сменил себе. Куда ты, блядь, куда ты, мужик, ну стой. Почему он царапается тут? Он же нормально тут цеплялся до этого. Он же нормально тут цеплялся, или что? Так нет, это лучше головоломки, да. Я лучше в это поиграю. Блядь, я опять упал. Да, возможно ли тут понять, нахуй, как этот молот работает, чтобы вот таких вот моментов не было? Блять, пизду. Я сейчас, блядь, весь стол буду использовать, потенциал всего стола вообще. Клянусь, что за хуйня? ВДНС. У меня просто не слушается молот, я клянусь. Но он реально меня просто не слушается. Я хочу одно сделать, он делает другое. Ладно, первый раз. Извини. Где, блядь, музыка моя, сука? Что, давай, какой этот, вейв? Дальше. Блин, ну я же должен хотя бы вот этот момент домом... научиться уже проходить. Ну вот, я сейчас типа подпрыгнул и сам вот это вот зацепился. Там я пытаюсь, у меня не получается. Да, тут нужно как будто бы вот прям
смысле? Блять. Вот видишь, я вот вручу. Я эскейп нажал случайно. Да не, ну это жесть какая-то. Он иногда вот не хочет это пить, он как-то через себя делает. Я тебе, ну я же тебе говорю. Пиздец. Сколько минут прошло? 15, блядь, еще. Я думал, хотя бы 25. Просто если я раньше часа дропну, мне придется баллы вернуть, понимаешь? То есть я зря мучился. Какие нахуй танки? Ты что, с ума сошел? Какие танки? Ты про... Ну, только в блиц, если. Но не сегодня. Смотри, смотри. Вот тут на скилле, блядь, стой. Бля, вот тут на скилле прохожу постоянно, смотри. Ладно. Блядь, не сейчас. Нет. Нет, мужик еще субтитры мне пишет, можешь мне их убрать вообще? Я на них отвлекаюсь просто как будто. А это, эти танки онлайн живы вообще еще? Я почти вернулся туда, где я был, да? Ну, почти. Нормально. Хе-хе. Субтитры помешали, по-любому. Меня радует в этой игре, что ты можешь отдохнуть. То есть, вот, условно, вот я куда-то забрался, можно почилить, все, фу. Ну вот что, вот я сейчас, ну, я просто хотел развернуть, меня не хотел отталкиваться. Вот надо вот игру понять вообще, как работает молоток. Вот игру невозможно за час пройти вообще, в принципе. Мне кажется, минимум. Часа три. Это если ты какой-нибудь крутой чел, который учится хорошо. В плане в игры играть. Понимает их быстро. А, я до сих пор не понимаю, как мне здесь подняться. Ой, блядь, ну, кстати, вот как будто мог сейчас зацепиться. Ну вот почему я скатываю сейчас? Из-за чего так? Так, типа... Ох, тихо. Блять. Я куда-то мышку вел вообще за стол аж. А, подожди, я могу отталкиваться от левого этого бока. Все, он мне чел. Но я не хотел же так делать. Ну я... Ну зачем ты скатываешься? Подожди, я как-то вот, как будто вот тут вот. Бля, не-не, это очень страшно. Знаете, реально, я за час, возможно, не дойду момент, который я там проходил. Вот, я прошел эти фонари, блядь, я их приду вообще сегодня. Я клянусь, это как так вообще? Нет, тундру я все, в пизду, я тундру не буду играть. Мы с тобой тогда поиграли. С тобой же мы играли, да? Пизду я. Я не могу. Я вот это все не делаю, я пытаюсь забраться. Но у меня просто молот как будто своей жизнью иногда живет. Это ж молот. Кстати, это молот, реально. А зачем молоток такой большой в жизни вообще нужен? Чтобы что? Есть же эти кувалды, или как мне это называется. Это прям молоток именно, просто большой. Рельсы? Да нет, эта игра... Ну, кстати, я не знаю, она сложнее, чем Dark Souls? Ну вот, я хотел просто под себя поставить вот эту вот штуку. Вот так вот.
Но у меня чел не сделал то, что я хотел. Потому что я до сих пор не понимаю механику. Еще в телегу, блядь, кто-то пишет. Ну куда ты, блин? Ну вот, я хочу зацепиться, он отталкивается. Я вообще не понимаю. Не, в Блиц я, может быть, бы сыграл. И в большие танки я бы поиграл. Я вот недавно с братишкой влетали, мы чуть-чуть поиграть, там, пару часиков. Или даже поменьше. Это пиздец какой-то. Но бесит вот эта рандомность, прям я ее терпеть не могу. Ну, это я про танки говорю сейчас. Ну, я хотел просто зацепиться, чем он меня отталкивается. Ладно, я говорю, просто надо понять. Просто надо понять. Ну вот, просто хотел перекинуть налево, в итоге оттолкнулся. Как нахуй? Я вот это вот все не делаю сейчас. Я пытаюсь, блядь, молот наверх поставить. Вот это вот, как я сейчас сделал. Вот, вот так я хочу научиться. Блин. Мой рекорд, пока я зацепился за вот эту штуку, но быстро отцепился. Вот, все. Все, теперь у меня не хочет цепляться вперед. Почему? Ну, схуяли, он сейчас до этого цеплялся, сейчас нет. Просто хотел этот. В итоге это... Не, я говорю, это очень тяжелая игра для понимания. И чтобы разобраться в управлении. Так, вот, сейчас зацепился. Вот идеально стою, блядь. Вот идеально стою. Чё говоришь, отрублять только на твоем штуку? Так, да. Я тоже ж на маленьких рангах. А, подожди, только как я быстренько здесь смогу это? Мне реально стола не хватает. У меня стола, чтобы понять, да? Вот такое расстояние для мышки. Бонус. Вот такое расстояние для мышки горизонтально, блядь, и вот такое где-то вертикально. Мне не хватает этого места просто. Чё, блядь? Да можешь мне ещё сенсу поднять? Нахуй эту сенсу поднял, боже, блядь. А что за мотивация? Не-не, блядь, чё такая сильная сенса? Что там? Какие видосы? Подожди, какие видосы? Что, я не могу тут подняться, прикинь? Не, я видел. Я когда вот в нее только играл, я видел, эти, что там за минуту с чем-то чего проходит. Но я не хочу смотреть, чтобы было чуть поинтереснее мне, потому что я уже не помню, что там дальше по левелу. Я помню, что там есть... Как называется, господи, вот эта вышка какая-то телевизионная. В конце стрима можно посмотреть. Как чел проходит. А, 59 секунд. Я думал, минуту. 50 где-то. Подожди, я дом прошел? А где дом? А где дом? Я дом прошел ранее? Реально я дом прошел, охуеть. Вот, сейчас вещи я идеально делаю. Вот. Почти идеально. Ну вот что, зачем он подпрыгивает? Да, я реально дом прошел. Вот зачем он подпрыгивает? Я просто хочу под себя молот поставить. Я не хочу отталкиваться ни от чего. Да. Ну, у меня, кстати, такое ощущение, что на геймпаде еще сложнее играть. В эту игру.
Я даже не буду пробовать, честно. Ты чё, блядь, падаешь? Я просто хочу переложить молот на другую сторону, блядь, ну что, чем он отталкивается? Кстати, я реально верю, что я за час не пройду даже эти ебаные фонари. Кстати, знаешь, что мне надо сделать? Я сейчас тут понял. Захват блюр надо накатить. А у меня он не на ноль? А на что он у меня? А погоди. Это захват экрана блюр. Так. Все. То есть условно я играю в игру? Отлично. Нет, нет, да нет. Тут, блядь, 30 секунд. Ну я манал. Ты видел? Ну ты ж подожди, да, бля, ты ж по-любому играл в нее, да? Ну докуда ты максимально доходил? Ну вот на каком моменте ты дропнул? Тебе по-любому она интересна была, она ж на хайпе раньше была прям сильным. Чё им видео? Да он типа называет меня запрещенным словом вот этих двух букв. Ах. Даже не пробовал, что вообще, а как я тут вообще проходил? Такое ощущение, что я тут только, блять, я вообще не понял управление. Да тихо ты. Ба, понял. Я видел, недавно еще играли в игру вот от этого же, как будто разраба там чел что-то плавает в воде, что-то такое тоже по ракушкам советует. Где что-то, значит. Где, блядь, выше написано? Что за мемкоины? Ну, внизу, видишь, типа, есть баннер «Отправь мем». И там есть welcome бонус. То есть, ты можешь зайти и 5 мемов бесплатно отправить. Но только 5. Остальные за деньги. Чё, мы возвращаемся? Я не могу сейчас чат промотать, сори. DNS, по моему мнению, переводится как вниз по-английски на стримере. Ну, блин, я просто хочу туда молот переложить вот так вот. Блять, я пройду эти блядские фонари сегодня или нет, блин? Я мать считал. Блять, это сколько это процентов? Это ж, блять, процентов, наверное, даже, блять, не 25 игр, как я говорил. Это как будто, блять, 15, наверное. А, ну там... Тихо. 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 Ну вот, я хочу просто вот подковырнуться. Окей, давай, мне тут не надо. Ну, кстати, респект Donation Alerts, что они... Короче, мемы не добавляют с запрещенными словами. Так ни разу не видел. Ну, пожалуйста, ну дайте мне, молю, ну дайте. Ну дайте мне зайтись, ну хоть... Я не отталкивался, блядь. Я говорю, нет, в какой-то момент разрыв управления перехватывает, клянусь. Я этого не докажу никак, но поверьте. Поверьте.
Привет. Я Капитан Америка. И я расскажу о самом ценном для любого солдата или ученика качестве. О терпении. Осталось потерпеть 30 минут всего лишь. Нормально. А потом шарлоточку дадим, ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слушайте, я отсюда не дотянусь, да? Бля. Я просто решил проверить, дотянусь или нет, и он меня отталкивается. Да боже, зачем ты отталкиваешься? Почему вот он в этом моменте, блядь, не может, я не могу понять, нормально заскочить? Мне обязательно нужно от края красть, типа, это все делать. Уже не так круто. Блядь, я только ощущение, что я 5 часов вылечу. Блядь, у меня рука потная, у меня вот тут вспотела рука, у меня коврик не весь стол покрывает, а, блядь... Вот такое расстояние у края стола не покрывает. У меня к этому месту прилипает рука, блин. Я тут кладу себе, блядь, тряпочку. Я к этой тряпочке прилипаю. Боже, это пиздец какой-то. Причина еще. Все. Ну я же не отталкивался, я хочу просто вот сюда встать. Почему мне чел отталкивает от этого места? Если я вот так вот жму, на чьи отталкиваюсь, типа, или что, по его мнению? Кстати, смотри, у топора есть какая-то... Ой, топора, господи. У молоточка есть какая-то тема, что он гнется иногда. Прикольно. Не замечал этого. Ну вот как мне здесь подпрыгнуть и резко перехватить вот, вот сюда вот? Тихо. Тихо. Ну как? Я не понимаю, что происходит. Как эту игру можно за 59 секунд пройти, если вот этот момент невозможно пройти как будто? Мне кажется, этот момент у этих спидранеров занимает секунд 40, наверное, минимум. Остальные 20 там наверху легко. Я самую сложную часть игры прохожу. Тихо. Но я не отталкивался. Тихо. Ну вот сейчас он у меня вот так вот не сделал, он сделал вот так вот, типа. Ой, что не так сделал? Реально 12 секунд, ладно, все, понял. Не сдаваться не получилось с первого раза, получится со второго. Я это уже говорил, но я не устану это повторять, поэтому ты! Вот ты, вот ты, вот ты, прямо ты! Вот ты, вот ты, ты! Никогда не сдавай. Ну, я сдамся через 30 минут. Смотри. Но тут только под бустом каким-то туда залетать. Просто вот невозможно по ней. Эльбо, если чё, ты тоже можешь по ссылке перейти и 5 халявных этих мемов закинуть. Бесплатно. Сын шлюхи ёбаный. Это не ты, если чё. Простите, осуждаю, не поддерживаю. Видал? Что ты даешь 20? А нет, 20-то много, челу не захочется... Я этого не делал, клянусь. Челу не захочется потом за деньги это делать, потому что он поймет, что, ебать, 20 мемов — это где-то 2000 рублей. Мне чел дает халявой, а потом мне нужно платить. Начнем с того, что welcome бонус, в принципе, только маленькие стримеры я использую. То есть там до 100-200 зрителей. Кинь вот какой-нибудь братишкин поставит его комбонус на один мем, да? Даже один мем. Ну, у чела, блядь, 20 тысяч онлайн. У него 20 тысяч челов пойдут мемы кидать. Ну, что это бы? Типа, welcome бонус прикольно, но 2-3 мема, все, не больше. У тебя купили 25? Нормально, у тебя, блядь, богачи там какие-то. Там же вроде минимальный мем.
То есть минимально можно поставить цену 1 мемкоин, а это 10 рублей, если не ошибаюсь. У меня минимально стоит. Ну почему сейчас не схватился, блядь? Да, блядь, ну... Почему я в этом моменте так долго хожу? Я реально не... Я клянусь, я проходил вроде бы эти... Бля, возможно, я реально не прошел эти... Сейчас, секунду. Возможно, я не прошел эти фонари, потому что я помню, что я упал. Сейчас покажу, в каком месте. Короче, я упал, как будто вот этот камень слева, вот. Я как будто вот в такое место упал, но после фонарей у меня такое ощущение было. Но, видимо, это было до фонарей. Вот, что тебе мешает нормально? Сука, кстати, замахну с этим топором. А? Не-не-не. Нет, так нельзя. Это уже... Вы чё вообще? Ну я хотел направо просто вот так вот бэмс направо сделать. Вообще не тот эффект был. Короче, нужно просто очень долго поиграть, чтобы чувствовать. Я вообще этот молот не чувствую. Вот сейчас я вел, блядь, в другую сторону вообще, куда мне нужно. Мышку. Ну вот, условно, вот. Легкое управление. Что такое легкое управление? Рассказываю. Я вот так вот аккуратненько под себя делаю, смотри. Вот так вот, хоп, и наверх зацепляюсь. То есть вот так вот должно постоянно работать. Но у меня не работает на фонаре так. Почему, блядь? У меня он в моменте просто решает... Вот сейчас видел. Он крутанул не вот так вот сильно, а вот так вот. Вот так вот. Типа, это что, это я мышка не так что-то делаю? Но в этой игре я лоу-скилл, я не спорю. Ура! Сука, я не могу опять. О, нет. Вот сейчас просто идеально беру вот так вот, смотри. Фонари эти. Да, персонально подключается ко мне, я не знаю через какую сеть, только подключается ко мне и не дает мне проиграть, ой, выиграть, да. Ну вот, я просто хотел под собой. Ну откуда он скатывается, блять? Вот сейчас он опять крутанул вот так вот, блять, ну почему? Я же сильно кручу. Блять, реально первая игра, где мне стола не хватает, я клянусь. Во всех играх мне стола с головой хватает, тут не хватает. Ну вот, видел, я по левой стороне, я должен был по правой зацепиться за левую. Я просто не чувствую, я не понимаю, в какую сторону мне нужно двигать мышкой, чтобы у меня топор, этот топор, молоток в ту или, блять, или в другую сторону пошел. Я просто не знаю. Почему он сейчас оттолкнулся, вот вообще не понял. Вот почему я сейчас не скатываюсь? Вот я сейчас спокойно зацепился и не скатился, до этого я скатывался. Ну вот, игру это же... Ой, боже мой. Какое блядское управление у этого, это просто пиздец. Оно вообще не отзывчивое. Оно же специально сделано так, чтобы ты, блядь, случайно падал, но это прям... 100%. Потому что в Steam написано, блядь, то, что я создал игру, чтобы вы страдали. Буквально. Я, кстати, в Roblox играл. Когда играл в Roblox, год назад или два назад, не помню. Там тоже есть похожий левел. Ну, не похожий левел, похожая игра. То есть так же, только ты за каких-то кругляшков или квадратиков играешь.
Возможно, потому что чел модельку просто не нарисовал. Надо попить. Сорок шесть, нет, не прав. Ну, я не могу просто эти фонари пройти. Кстати, да, вон, я увидел наверху, да, я там упал. Видимо, я тоже долго очень пытался эти фонари пройти, потом прошел и упал и тильтанул. Видимо, так было. Просто под себя сделай молот, нахуй ты отталкиваешься, господи. Я не знаю, Я думал, что я не буду гореть в этой игре, потому что я понимал, что это за игра. Что гореть в игре, в которой ты так понимаешь, что тут вот так вот. Ну, я понимаю, почему ты горишь, потому что ты делаешь одно, бля, действие, а у тебя персонаж вообще другое делает. Ну вот что сейчас произошло, блядь? Я просто налево посмотрел, даже мышку, блядь, не трогал. Сукин сын. А как, наверное, разработчику хорошо живется, да, сейчас, наверное? Я не знаю. Ублюдок. Он, наверное, смотрел на ютубе эти летсплеи и такой, ха-ха-ха, ебать, лохи. Ну как мне смешно. Ну вот, видишь, я по левой стороне топором повел, а я хотел по правой. Или что, блядь, произошло вообще? Не так топор себя вел каких-то. Чему я топором называю? Я не знаю, что это. И я, если что, могу вправо, по правилам я могу отказаться от игры даже, не буду играть. Ну я просто хочу повернуть, блядь, ебаный молоток. Почему он отталкивается-то, ну? Привет. Боже, какая ты мразь. Чего еще, пац? А что я делаю, я понять не могу. Я же на секунду вообще как будто заснул. Дай ты мне за эти фонарики зацепиться, мне кажется, я их поряду, блядь, и все, я игру заспидрань за минуту, наверное. Блядь, что с мышкой? Я не знаю, но... Я не могу на камень забраться уже минуты две, что за хуйня? Мне нужно просто на него залезть, вот, просто аккуратно на него встать. Всё. И теперь оттолкнуться и зацепиться за фонарь, просто все, бэмс. Вот, сейчас опять был момент. Уяси. Вот, да, вот тут я вылетел налево, да-да-да. Это пока мой рекорд. А я могу на фонарике остаться? О, тихо. Блять, у меня реально мышки не хватает. Ой, мышки, места на столе. Обратно. Тихо. Я этого не делал. Я этого, клянусь, не делал. Че он? Зачем он? Я этого не делал. Тихо. Ой. Стоп.
Знаешь, что сейчас будет? Знаешь, что сейчас будет? Я оттолкнусь сейчас, и он у меня, блядь, вот так вот крутанет молоток, а не вот так вот. И я оттолкнусь, просто от этой хуйни улечу влево. Крин. Ой, ну все, ну нет, ну пожалуйста, не молю. Как будто еще надо чуть правее, да? Заебись. Фух. Нормально, за сколько? За 45 минут всего лишь я дошел сюда. Но тут вроде бы... Даже если упаду, я упаду сюда, да? Нормально бы. Если только вот-вот-вот не оттолкнусь сильно. Ну все, это еще мой рекорд. Уже. Да, спасибо, что тут сейф. Спасибо. Не понял сейчас. Ебать, сравнение вообще охуенно. Блять. Не, он не бил, он просто знает, что это легко. Чё какое-то было? Ох. Чё делаю? Тихо-тихо-тихо. Кстати, контейнер говна качество слева. Я понял, это нужно вот так вот. Я помню. А как, подожди, это сделать вообще? Стой. А, все. Нет, не понял. Это что за пиздец? Не вперед надо, да? Тихо-тихо-тихо. А если я вот от этого оттолкнусь, я не улечу вниз? Ебать, как будто мог улететь. Нет. Я не знаю, что там внизу. Блять, что за хуйня? Блять, я еще... Нет-нет, подожди, сколько минут еще? Блять, еще 12. Я думал, можно было на этом оффнуть. Почему я упал прям так далеко, сука? У меня же там сейвы были. Вообще, в актера поиграю, буду 12 минут делать вид, что я тут залез. Тихо, нет. Блядь, я ж те фонарики, я их не пройду, блядь, я там на чуде, как он прошел вообще, божьей помощью. Ой. Нет. Да, вот там только раскачки с дерева. Блять. Бля, я. Ебать, я там прошел. Я, наверное, пол игры, да, прошел сейчас вот, вот там. Буквально. На какой секунде спидранер там был? Ты говорил на фонариках, он на 12-й. А вот там вот где упал сейчас. На мангале. Скажешь, бля, там на 16-й. Ясно, да? Ну, мне кажется, там секунда 36 минимум, как будто. Так, что-то не делает, какой 13? Быть не может. Двадцать четыре. Нихуя себе. Но почти полгода не прошел. Блять. Вот тут, кстати, ошибка, тут нужно... Отсюда раскачку делать и вот так вот цепляться. Видал? Ну и это...
Ну пиздец, хотел сказать это на скилле уже, блять. Педран пошел легкий. Для меня не по... А, он какой-то секретный путь? Типа, или что? Не, ну я по секретным путям не хочу, это для кузалов. Секретные пути какие-то, он как эти... Вон ляпи на драконов какие-то челы прыгали. Ну хотя наоборот, наверное, для кузалов. Мне еще 10 минут мне не зауфить. А прикинь, вот я проверил, у меня запись не лагала. Ну, я в том плане, что не зависал ОБС. А сейчас, блядь, зависнет внезапно. Ну что? Мне реально стола не хватает. Блядь, подожди, я сейчас левее сяду. Клавиатуру влево фул поверну, я не знаю, ну что за пиздец, мне реально стола не хватает, блядь. Не-не-не. 10 минут это хуйня, в смысле. Если бы ты мне разрешил на 35-й минуте, то я бы такой, спасибо, родной, типа, и реально бофнул. Но нет, это чё. Не, я, кстати, если не во что будет играть, я игру удалять не буду, можно будет в нее залетать, пробовать проходить. Знаешь, так на полчаса. Все равно ты... Бля, сейчас прикинь, фонари. Чё, говоришь, делаешь вид, что поверил? Не-не-не, я без рофла, кстати, говорю, что ты... Dark Souls, я ебал рот, если чё. Всё, у меня вообще желания нет в него играть. Я просто подумал сейчас, да? Я секира дропнул после второго стрима, потому что мне сложно было. Welcome бонус сюда. Какой welcome бонус, блядь? Ты его только что получал. Ты чё там? Как ты его второй раз получил? Чё говорил? А, я секира дропнул после второго стрима, потому что я не вывез. А Dark Souls, блядь, который мне по всем параметрам, я считаю, хуже, чем Sekiro, блядь, я должен дальше играть. Схуя ли вообще? Меня вот этот факт... Да, сука, опять он вот так вот, не вот так вот хочет, этот, а вот так вот делает. Сука. Не понял, что ты написал. А что значит, ты без задачи на 7 минуте ливнешь? О чем это ты? В этой игре? А, ты... Не-не, я не смотрю, не каждый 10 секунд. Раз в 5 минут я смотрю. Раз в 53 я увидел. 7 минут осталось. Ну, чтобы честно было, я 1:05 поиграю, потому что я реально там альтабался, да, ну, чтобы доебов вообще не было. Плюс там игру настраивал. Сука. Сука. Я не могу, я просто, я не понимаю управления. Я не понимаю, я делаю то, что я хочу сделать, но оно не делает этого. Ну вот я этого не делал. Ну, я специально вниз упал, блядь, по мнению разраба или что. Ну, вот это вот, что за хуйня? Дай мне просто сюда зацепиться. Всё. Ну вот, он опять вот так вот сделал. Ты что, ты уебан вообще? Я этого не делал, блядь. Ну, пожалуйста. Слушайся меня, игра. Я хочу, блядь, просто залезть. Все.
Это ж не сложно. Мне не нужно какие-то выцеливать точки особые. То есть просто, ну, я этого не делал. Я этого не делал всего. Я, кстати, уверен, что есть челы, которые вот кто там, Купленова, кого-нибудь смотрели по этой игре, которые в эту игру не играли и думали, бля, типа, вот так легко все выглядит, я бы прошел сразу, типа, там, за минуту. Это невозможно пройти, я поговорю, тут управление, оно не слушается тебя вообще, блядь. Это невозможно пройти, блядь, за час, вот. Ведь только первый раз игру видишь, ты за час никогда не пройдешь жизни. Я не верю, что кто-то прошел бы за час. Это рано еще, если бы я упал вниз. Что там, что я сделал из звездочки, блин, название мема? Или ты про себя, что я сделал, типа заказал-то игру? Тихо. Я смогу на фонарике остаться? Блять, не могу. Значит, мне нужно как-то... Нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Ебать, чисто для меня сейф этот оставили. Блять, у меня мышка просто... Я ее уебал вправо куда-то. Чё, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз. Иди нахуй отсюда, давай. Это Devil May Cry, да, кстати, мем? Я хочу в него поиграть давно. Мне кажется, он у меня даже отмечен в этом. Но я этого не делал, блять. Сколько минут терпеть? 4. Ну там ладно, по факту 9, я хочу час 05, чтобы было. Реально, вся игра заключается в том, что я хотел не так, я этого не делал, и все. Ну, я имею в виду все комментарии к игре. Не, я не верю, ну типа, я далеко не скилловый игрок, я чисто такой, блядь, Певкович в играх. Ну, типа, не самый... Да, боже мой. Это с какого аниме? Тут что, знаешь, чем проблемы, короче, этой игры? Алло, ты охуел, блядь? Он 10 аккаунтов рейкнул себе, со всех аккаунтов, блядь, мемкоины бонус не забирает. Алло, блядь, осуждаю, не поддерживаю такое. С трех аккаунтов уже, если что, чел бонусные мемы делает. Что за абьюз? Что у меня там хотя бы, сколько там, 3 мема, да? Рот свой закрой! Рот свой закрой! Я тебе еще раз скажу! Че агрессивно такое, я не понял. Засуну в рот тряпку и будешь сидеть тут, блять, вообще не разговаривай. Заткни рот. Рот закрой свой, тварь, эти... Я не могу, вот он у меня сам в этом моменте убегает, я не знаю почему. Вот что опять, вот, ну я по мнению разраба, у какой-то ублюдик. Я по мнению разраба специально отталкиваюсь, что ли, или что? Как это происходит вообще, вот просто вот момент. Я не понимаю, как я отталкиваюсь случайно от чего-то. Пиздуйте час 05, наверное, блядь. Я случайно эскейп жму еще. В каких-то моментах зачем-то. Все, пойдемте играть. Да не надо, ну хватит. Она откупленная, я понял. Да хватит, да прекратите. Ну что вы делаете? Я, кстати, если чё, на Купленова немножечко, как сказать, не в обиде.
Но я в него в обиде давно, что он году God of War Ragnarok бросил в 20-м году. Потому что я выбрал... Короче, смотрите, я сначала выбрал Recurrent'а смотреть Ragnarok, потому что, ну, PlayStation у меня нету. Recurrent играл два стрима больших, а потом вышел какой-то Warzone 2 или что-то такое, типа, и он Warzone играл. Я такой, блядь, надо другого чела выбрать. Выбираю, куплю новый, чел тоже дропает игру. Охуеть. Два чела в мире дропнули, ну, из летсплейчиков. Рагнарёк, блядь, и я их начинал смотреть. Ну, как так, блядь, вообще? Что происходит в этой игре? Скажите, пожалуйста, что, сука, в этой игре происходит? Что вот... Вот это вот что? Вот как? Вот это вот случилось? Ну, там на фоне играет Рыбчина, как будто он в Сандерс, да, в этот момент играл. Этот, я хотел сказать, что... Короче, Куплинов на ВК ушел. Я не понимаю, зачем, почему. Он на Ютубе собрал миллионы просмотров, буквально миллионы, миллионы. То есть, понятно, что там монетизация хуже стала или еще что-то. Но он с интеграцией охуенно, ну, зарабатывал, но как ему денег не хватило, что он пошел, блядь, на ВК работать? Вот это я вообще не понял, хуйни вот этой. То есть какой-нибудь там, я не знаю... Лол Стим бы на Ютубе рекламил, блядь, и... И жил бы с кайфом. Какая монетизация? Ты знаешь, что монетизация давно на Ютубе, блядь, уже, наверное, не знаю, лет, наверное, 7 как. Это, блядь, второстепенная у... Этот... Короче, второстепенные деньги. У челов. Они с интеграцией получают основной доход. Ну как, ну он делал рекламу, я помню, ну... Те же, блядь, игры какие-то там, мир кораблей, условно. То есть это нормальные, хорошие деньги. Ну, типа, не знаю, ну, может, у него что-то там в семье случилось, ему деньги очень сильно нужны. Но я вообще не понимаю, как с такой аудиторией, с таким огромным онлайном, дорога, да? У онлайна, с такими огромными просмотрами можно на ВК уйти. Челу, который... Как тебе объяснить? Вот, условно, есть Exile, знаешь, Exile. Каждый видос набирает миллионы просмотров. Но он на видосы тратит ебать как много денег. И он на ВК не уходит. Почему? Хотя у него там продакшн, вся хуйня вот эта. А что я не так говорю? Вот из-за того, что Куплинов это прям... Как сказать? Короче, за ним ни одного зашквара не было, поэтому ему вот эта вот аудитория, видимо, простила, что он на ВК ушел. Но, как по мне, это ебать какая странная хуйня. На ВК было уходить. Мне реально мышки не хватает. Я говорю, опять же, я скажу, что я не понимаю, какая у него там ситуация в жизни. Может, реально нужны очень деньги. В этом случае я, ну, ничего против не имею. У него последний видос, который на Ютубе заходил, у него написано, что-то там видео ВК Play выходят, ой, ВК, или как там называется, ВК Видео, но там прямо, если что, именно вот рекламная вставка в начале, я на много каналах видел, у этого, у Смотра ТВ такая же заставка, то типа смотри раньше на несколько дней, если что. Время вышло, да. Ладно, давай еще чуть-чуть, 5 минут. Вот когда упаду прям далековато, то идет нахуй. Но я в нее еще поиграю сейчас, то есть я удалять не буду.
не. Я бы сейчас на ВК Play стримил, либо рестримил, если бы мне нравилось ВК Play. ВК Play, ну, если серьезно говорить, это единственная площадка, которая выглядит неплохо, как Twitch. Но там нет аудитории, понимаешь? Там приходят просто смотреть стримеров, блядь, которые вот... Танкисты, я знаю, туда много ушли. Спасибо.